Удивительная вещь кружево. Я могу сказать, что эта ткань, которая когда-то покорила саму королеву, сегодня вышла в массы, в народ. Сегодня каждый из вас может выбрать для себя эту удивительную ткань. Согласитесь, когда мы надеваем с вами такие статусные вещи, мы себя по-другому несем. У нас поднимается подбородок, у нас распрямляется спинка, и мы выглядим с вами очень достойно. Удивительно то, что кардиган «Нежный июнь» подарит вам наслаждение не только внешнее. Мы можем сочетать его как с нарядными элементами, например, с платьями. Это твилла, это мой выбор сегодня. И Леночка выбирает сегодня для себя блузу Луиса, вот будничный стильный наряд, брючки Мигела и стильный кардиган. Лена, ну-ка сними кардиган, давай посмотрим на тебя вначале, до и после. Подожди, снимай. Мы хотим посмотреть до. Вот женщина выбирает блузу. Ну, надела она блузу, ну, обычно, правда? Надевай кардиган. А сейчас, если вы хотите удивить всех своим эксклюзивным нарядом и статусным видом, нам не хватает легкой накидки кардигана «Нежный июнь». Вам так больше нравится? Ты знаешь, Свет, я вообще за такие универсальные вещи, потому что я не готова платить за нарядный образ на один раз. Мне хочется потом им пользоваться и дальше. Сегодня, посмотрите, если вы выбираете кардиган для праздника, то в последующем вы сможете носить его, и он просто станет неотъемлемым частью вашего образа. Конечно же, это очень универсальный базовый атрибут для любой женщины. Я готова пройти к Танюше на подиум для того, чтобы вы могли увидеть сейчас, насколько по-разному будут сочетаться модницы. Но в начале расцветки. Лена выбирает бирюзу, Таня выбирает самый модный цвет этого сезона, красный. Я выбираю универсальный синий, но в сочетании с моим пудровым розовым платьем смотрится, по-моему, очень эффектно. Элегантно. И мне нравится сочетание этих оттенков, как смотрится, как костюм. Очень, да, костюм, но у нас еще есть три цвета. Это голубой, посмотрите, какой нежнейший цвет оттенок. Очень красивые оттенки, пудровый, розовый, очень холодный, такой мягкий, нежный. Мне нравится сочетание его и, конечно же, яркий василек. Ну, оттенок вот такой электрик сегодня настолько популярен, что он встречается в коллекции каждой, да, практически каждого дизайнера. А цену ты видела на наш кардиган? Итак, внимание, «Нежный июнь» сегодня, кружевной кардиган 1499 рублей. Менее 1500 рублей. Свет, ты представляешь, сколько стоит метр кружева в магазине? А у нас с вами готовое изделие. Ну, давайте тогда уж посмотрим на кружево. Леночка подняла очень важный вопрос. Ткань. Здесь, конечно же, важную роль играют материалы. Я хочу сказать о том, что эти материалы нашим женщинам очень нравятся. И мне нравится, конечно же, то, что здесь красивый рисунок. Обратите внимание на цветы. Вот такой эффект жаккардового плетения, когда на нежнейшем сетчатом вискозном полотне мы видим набивной рисунок. Это не краски. Это перекрученные в несколько раз нити, которые создаются на специальных ткацких фабриках. И мы получаем с вами сегодня фактурные ткани. Ну, и давайте еще раз посмотрим вот в области рукава. Это та самая фактура, которая действительно украшает женщин. Обратите внимание на то, что ткань легкая, мягкая. Это не то кружево, которое вызывало раздражение, а цена такая, потому что это декоративное гипюровое кружево. Прекрасно! Менее 1500 рублей сегодня мы можем позволить себе образ настоящих королев. Сегодня мы можем украсить любое наше платье вот таким ярким, интересным комплектом и, между прочим, отличаться сразу от всех остальных. Ну что ж, сейчас мы с Леночкой выходим на подиум для того, чтобы вы могли сами убедиться в том, каждая женщина, выбирая сегодня для себя такую элегантную базовую модель, становится совершенно другой. Нам осталось только выбрать вам размер. Вот про размеры поподробнее. Выбирая такой кардиган, мы ориентируемся на объемы бюста и смотрим на свои плечи. У меня широкие плечи, я ношу 52 размер. На мне кардиган 54-го. Выбирайте кардиганы больше на размер. Танюша носит 50-й. У Танечки, если у вас полноватые ручки, тоже учитывайте это. Наше декоративное кружево не настолько эластично, чтобы дать еще свободу, поэтому выберите на размер побольше. У Тани, кстати, 52-й, и остается свобода. Прекрасная длина.
закрывает широкие бедра и убирает даже излишки животика. Да, вот так вот скрывает, как оказалось бы, легкое кружево, а вот, пожалуйста, вам и идеальная фигура. Еще раз вам обеспечено 1499 рублей, менее 1500. Вы получаете кружевной жакет, кружевной кардиган, который украшает абсолютно любой ваш образ. Смотрите, с карманами еще. Но вот мне нравится, например, образ, как у Светы. Свет с твоим платьем и с кардиганом можно сразу на свадьбу отправляться. Ты знаешь, ну, пригласят, пойду, вот правда. На самом деле, я хочу сказать, что сейчас у нас период свадеб, выпускных, педагоги, родители ищут сегодня, сбились с ног. Какой наряд надеть? Хочется чувствовать себя особенной. Но знаете, в чем преимущество нашего кружевного кардигана? Один раз, надев его на праздник, вы можете надеть его смело и на работу. Это всесезонные приобретения, которые вы можете сочетать и с джинсами, и с брюками, причем и с юбками, и с другими нарядными платьями. То, что касается длины нашего кардигана, так, она универсальна. У меня рост 1,78 м, у Танечки 1,70 м, Елена 1,61 м. Обратите внимание, 64, прости. А длина нашего кардигана 82 сантиметра, и она отлично скрывает и мои бедра. У меня более укороченная модель, а на девчонках практически доходит до колена. Это прекрасно. Я еще хочу несколько слов, Леночка, сказать о практичности этого материала. Интересно. Казалось бы, королевский материал должен быть капризным, но нет. Мы можем стирать этот кардиган дома в домашних условиях. И причем я хочу сказать, что после стирки слишком не выбирайте высокую температуру при глажке. Я советую вам выбирать щадящую температуру. Это шифон или шелк. Обратите внимание, что у нас кардиган «Нежный июнь» сделан из декоративного кружевного гипюра. А если мы говорим о декоративных тканях, то здесь больше полиэфира. Поэтому мы видим с вами и соответствующую стоимость. Но такие кардиганы сегодня очень популярны. И цены у них в Москве начинаются от 3000 рублей. Ого, ничего себе! Ну вот я так и думала, что как кружево стоит отдельно баснословные деньги, так и готовые изделия. Но мы работаем напрямую с производителями. И для вас специально сюрпризы сегодня. Менее 1500 рублей. Кружевное полотно, кружевное кружево, облако окутывает сегодня ваш образ, и вы становитесь индивидуальной, уникальной, особенной. Позвольте себе быть таковой. Не ограничивайте себя, ведь вы этого достойны. Всего лишь менее 1500 рублей. Я еще раз хочу вам продемонстрировать наши расцветки. И, конечно же, кружевные ткани выглядят очень эффектно. Если вы прикоснетесь рукой к этому нежному материалу, вы почувствуете фактуру. Нити перекручиваются в несколько раз, дают прочность нашему кружеву. Поэтому после стирки, после носки с вашим кружевом ничего не случится. Не надо бояться выбирать королевский образ. Итак, 6 расцветок на ваш выбор.